Жители СНТ Царева и Ягодная вместе с аэромобильной группировкой пожарных из Татарстана отстояли свои дома. По словам местных, еще ночью они увидели зарево вдали и поняли, что огонь направляется со стороны болота к их товариществам. Кто-то сел в трактор и начал рыть траншеи, чтобы перекрыть путь стихии, а другие встречали ее на окраине СНТ. Огонь удалось отвести от домов, когда он приблизился на расстояние около 150 метров. Использовался встречный пал, в тушении участвовали 4 автоцистерны и 30 пожарных. Мне пол второго позвонил сосед, говорит: «Таня, мы горим, пустошь горит». Я вышла, посмотрела, горит, позвонила в пожарную без десяти было, 48 минут было, если точнее, второго. Позвонила, они сказали, два экипажа дежурят, то есть я позвонила соседу еще одному, разбудила. Страшно было вообще. Ну а как, нет, единственное жилье, куда нам?